Итак, термос внешний вроде бы хороший, но из-за того, что колба металлическая, не пойдет. Следующий. Следующий вот такой вот. Вроде бы тоже. Более-менее. На пол-литра. Это у него как раз сосочек. Наливать. Наливаем. То есть вот так вот наливается. Когда мы хотим чай, значит, эту кнопочку мы вот так включаем и наливаем. Ну, более-менее удобный налив должен быть. Более-менее удобный налив. Смотрим, что у нас с колбой. А вот колба у нас металлическая. Нержавсталь не пойдет. Большой термос. То есть эти два термоса, вроде бы они где-то на грамм 700, на литр. Но из-за того, что колба металлическая, для наших целей не пойдут. Нам нужна колба стеклянная. И вот мы видим с вами колбу стеклянную. Это термос где-то... Сколько это термос? На 2, на 2,5 литра. Большой. С помпой. Где-то на 2,5 литра. Очень удобный. В плане вроде бы... Но, как показала практика, в чем проблема? Проблема вот в этом, вот в этой трубке. Когда мы заливаем и завариваем, допустим, тот же шиповник или меньше, а если еще и травы, то вообще, то вот эта вот трубка, именно вот она забивается, приходится ее прочищать, и как-то это вызывает неудобство, хотя в целом на всю семью заварить, и он тут стоит нормальный пойдет, но в зависимости от того, что заварит. Если мы заварим шиповник, это то, что надо. И наконец-таки вот такой вот термос. Его мне на Новый год подарили. На кнопочку нажимаем, он где-то примерно на литр. Нажимаем на кнопочку и удобно наливать. Смотрите, у нас все льется через вот этот сосочек туда, куда надо. В отличие от всех остальных термосов, у которых, вот кроме вот этого, у которых может наливаться куда угодно. Значит, вот эта помпочка очень интересна. Не помпочка, открывается крышка. Крышка работает вот таким вот образом, видите? И в итоге я заваривал траву. Вот такой вот сбор я заваривал, смотрите. Львиное сердце, трава. Она бы сразу забила бы вот эту вот помпу. И крайне была бы неудобна. Ну и тут... Она также бы осела. Благодаря вот наличию вот этой вот штучки, трава не попадает. И получается, что очень удобно. Вдобавок, как мы видим, колба стеклянная. Колбу стеклянную мыть очень осторожно, ничем там не тыкать и так далее. Я недавно только один термос стеклянный разбил, начал там ножом что-то очищать, тыкнул несоразмерив усилий, и произошел взрыв, такой пум, из-за вакуума, хорошо, что все втянуло внутрь.
Так что вот этот вот термос на данный момент оказался наиболее пригожим. Оптимальная вместимость, литр, как раз хватает на день. Это индивидуально, если вы что-то заварили. Больше не надо, на литр заварили, выпили. Если вам надо что-то побольше, значит, используйте вот этот термос семейный. И обязательно со стеклянной колбой. Это важные помощники в ведении нашего здорового образа жизни.